Какого черта я... Друзья, я в очередной раз всех приветствую на канале Rus Game Tactics. Не забудьте поставить лайк. Ну а я в свою очередь желаю вам всем приятного просмотра. Так, мы с вами поняли, что впереди у нас там уже ждут серафиты, с которыми нам придется иметь дело. Да, скорее всего, они находятся у нас там на той контейнерной площадке. Это точно были они? Чёрт! Я точно видел фасада! Так, давайте-ка я схвачу детальки. Ну чё, как думаете? Пошумим? Или не пошумим? Она их воспитывала, но некоторых только могила исправит. Так, ну, давайте вот так сделаем. Ну что, рискнем? На самом деле это прикольно, то, что у нас получилось. И мы с вами вообще даже не ввязались в бой. Так, еще что-то здесь у нас может быть. Но, к сожалению, все пусто. Так, так. О. Не, на этот ящик не получится залезть. Идем с вами сюда. Опять детали. О! Вкуснота. Ну ладно, пойдем. Мы с вами, в принципе, знаем, куда идти. Надеюсь, они еще там. Так, печально, ребятки. Смотрите-ка, там трупы. Поэтому, наверное, лучше сделать глушак. Ну, на всякий случай. О, черт. Пацан, вы еще тут? Ближе не подходи! Это я! Прости. Ну как она? Я подвину руку. Давай-ка сюда. Куда ты ее несешь? Пошли. Что ты делаешь? Я даю ей шанс. Все медикаменты, какие есть. Лев, опусти лук. Не бойся. Эбби, кто это такие? Они спасли мне жизнь. Можешь ее осмотреть? Элис, сидеть.
Это Яра. Чем били? Молотком. Но это не я. Положите ее. Чувствуешь? Яра? Нет. Я хотела промыть ее и попробовать. Кость раздроблена. У нее компартмент-синдром. Что это значит? Руку придется отрезать. Она солдат. Как она без руки? Если оставим, начнется гангрена. Что угодно, только помогите. Пожалуйста. Что тебе нужно? В идеале пила, нить, зажимы, антибиотики. Только ничего этого у нас нет. У нас есть ножи, огонь. Отрежем и прижжем. Она умрет от инфекции. Составь список. Я схожу в больницу и добуду все, что нужно. Мне все равно. Да не в тебе дело, она столько не продержится. А если я проведу ее туда за 2 часа? Больница псов, да? На западной стороне? Как? Мы построили мосты в небе, чтобы обходить затопленные районы и ваших солдат. 2 часа у нее есть? Я думаю, да. Пиши список. Стой. Ты серьезно? По этим мостам ходят шрамы. Их посылают только небольшими группами. Ты слышал? Небольшими. Это опасно. Лев. Да направит тебя она. Да хранит тебя она. Эбби. Эбби. Эй! Что? Ты сперла мои ключи? Извини. Мы можем поговорить? Говори. Зачем ты это делаешь? Слушай, она только пришла. Ну-ну. Она ничего не знает про вчера. Мне все равно, что было вчера. А мне нет. Который. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Твои друзья тоже из псов? Да. Нам повезло, что Мэл была там. Она чуть ли не лучший хирург в Сиэтле. Мэл. А его как зовут? Мужчину. Оуэн. Мэл. Оу. Эбби. Собаку зовут Элис. Не люблю собак. Но как нам добраться до очень высоких зданий? Мост там. Вот эта тропа впереди ведет в центр. Путь начинается на краю бурной воды. Доведи нас туда, а дальше я сам поведу. По этим мостам и правда можно перейти через пороги? Ага. Через все? Да. И всего за 2 часа? Я не вру. Ладно. Ладно, давайте доверимся пацану. Вон оно. Где? То здание, куда мы должны попасть. Ага, я вижу. Ребят, ну это и правда недалеко. А что, если мы не достанем то, что нужно твоей подруге?
Ей придется оперировать с тем, что будет у Оуэна под рукой. Не заходи в воду, а то разобьешься о пороге. Да. Ты же умеешь плавать, да? Да. Уверенность это хорошо. Надо бы забраться на крышу здания. Ты ведь бывал на этих небесных мостах, да? Ага. Думаешь, мы увидим много шрамов? Серафитов. Я не знаю. И с тобой все будет в порядке? Вчера же было. Да, но те парни гнали за тобой. За нами все гнали. Так, смотрим. Чтоб скрафтить-то. Давайте вот это. Так, здесь. Изготовление более эффективных аптечек. Здесь, я думаю, мы с вами ничего качать не будем. Ну, подождем, там у нас еще должна, по идее, открыться другая ветка. Может быть, там что-то дельное будет. Так, пацан, куда? Куда идти-то? Там, по-моему, еще выше, да? Хм. А, вот, вот. Хотя, подожди, там тоже что-то есть. Бьем стекло. И проходим. Не поранься. Детали. Да направит тебя она. Да блин, повсюду эти надписи. Это, знаете, как будто они так помечают свою зону. Давайте получше разгон сделаем. И прыжок. Хорош. Ой, черт. Ты как? Нормально. Точно? Сказала, нормально. Да, все ближе и ближе. Все ближе к высокому зданию. Придется нам немного поскакать. Сколько вы с Яро уже в бегах? 2 суток. Куда направляетесь? Не знаю. Просто подальше. Что ты натворил? Постригся налысо. Они хотят убить мальчишку, потому что он побрил голову? Мне было нельзя. Есть правило. Я его нарушил. Да. Ну и почему? Не знаю. Ты настоящий панк. Панк? У меня ощущение, что ты часто не следуешь правилам. А, наверное. Короче, тут где-то сейф. Вот он сейфик. И кодом к этому сейфу является комбинация номеров 2 квартир. Сейчас давайте поглядим. 301. Здесь 302. Здесь 304, 303. Блин, надо пробовать. Итак, давайте пробуем. 302. И пускай это будет 300...
Пускай будет 4. Отлично. О! О, клево. Давайте глядеть. Итак, это у нас последняя ветка модификаций. Ускоренное изготовление. Подожди, а тут что? Улучшенные самодельные бомбы. Улучшенные глушители. А, ну давайте. Давайте качать. Эх, печально. Так, ну ладно. Самое главное, что мы с вами нашли много чего ценного в этом номере и в том сейфе. Сейчас еще с вами поглядим, что здесь, и пойдем. Короче говоря, не вмещается. И опять же, скрафтить нам нечего. Стой, стой, стой. А, можно было открыть. Таблетки. Ткань. Ладно, идем. Так, вниз. Нет, вниз нам путь заказан. Да вообще, в принципе, нам надо подниматься. Так-так. Так, стойте. Что у нас тут? О, вот это я и искал. Какой-нибудь лут. Так, прыгаем. И чё там? Вау-вау-вау-вау-вау! Чё-то как-то дико, блин. Не получается, да? Блин, не получается. И здесь тоже стекло у нас. Короче, надо бить. Что там? Вау-вау-вау-вау-вау! Пистолет нас охотничий спас. Ты в норме? Да. Сколько пиротитов ты убила? А что? Просто. Не считала. Смотрим. Такие патрончики можно скрафтить, да? Ну, я скрафчу, пожалуй, вот такие. И вот такие. Раз нам дают возможность. О! Так, что это? Ящик. Хорош. Прям радуете. Блин, чё-то я запутался. Куда идти? Где он там стоял-то?
Да ёлы-палы, куда он делся? Подожди, где он? А, вот. Короче, как-то нужно подняться. Наверное, сюда? Да, ребят? Течение стало намного быстрее. Будь очень осторожна, хорошо? Я же не в первый раз уже. О, за пацаном идем. Тихо! Ну-ка, ну-ка, что здесь? Зараза. Кто это? Не знаю. Разве он не пес? Нас ведь тысячи. Ты же не знаешь всех шрамов. Не называй нас шрамами. Точно. Ребят, давайте качаем магазин. У нас там останется еще немного деталей. Может быть, качнем что-нибудь еще. Устойчивость. Очередями. Давайте урон. На всякий случай забегу, посмотрю. Хватаем детальки. Ну что ж. Вот сюда, да, скорее всего. Погнали! Точно сюда? Ага. Через это здание мы попадем в соседнее. Заглянем с вами еще сюда. Не, я, конечно, понимаю, что нам нужно как-то быстрее все это делать, но... Нам также важно найти вот эти вот все важные компоненты, чтобы... крафтить полезные нам предметы. Ну ладно. Аккуратней. Да, жесть. Все, блин, в таком состоянии, пипец. Так, тут взять нечего. Вот прям полегче. Сюда! Все. Добрались. Иди за мной. Нам еще много подниматься? Ничего, ты справишься. Далеко еще, да? Да.
Там, к сожалению, не пройти. Выпендрёжник. Это несложно. Ага. Записочка. Иди сюда. Почему мы этого не видели? Псы не смотрят вверх. Что это значит? Неважно, сколько у вас людей и пушек, мы все равно сумеем вас превзойти. Может, хватит говорить мы? Они ведь пытаются вас убить. Ребят, он такой деловой, что я аж офигею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Стоп. Блин, у меня и холодного оружия нет. О, бежит, 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 бежит. Спасибо. Ждем. Так, ну что, давайте здесь пройдем. Вон они! Затем того! Спалили, блин. Тогда давайте обратно. Так, неплохо. О! Я тебя найду, мразь. Ну так иди сюда. Нашел, блин. Все хорошо? Блин, нет места. Давай. О, давайте пообщаемся. Да, я помогу. Я справлюсь. Слышала, как они меня называли? Ага. Не будешь спрашивать, почему? А ты хочешь, чтобы я спросила? Нет. Славно. Это создали шрамы? Серафиты. Да, я так и хотела сказать. Вот это мощно. Что значит мощно? Типа, потрясающе. Здорово. Защити их. Интересно, понимала ли ваша пророчица, что заварила? Она спасла десятки людей. Необъяснимым образом. Она взрывала грузовики и убивала солдат. Вполне объяснимо. Ты читала ее писание? Видела кое-что. Многое поняла бы. Ну да. Отлично. Так, сколько здесь? Ну, не так уж и много, по правде говоря. Но я думаю, что этого нам хватит. Теперь я первая. Ну, правда, сколько еще подниматься? Я же так и не сказал. Соболезную вашей утрате. Это
честь. Теперь он с пророчицей. Ваш сын храбрец. Вы должны им гордиться. Мы гордимся. Спасибо. Старейшины предложили нам другое дитя. Это большая честь. Элизабет благодарна. Просто я не уверен, что она готова. Старейшины мудры. Что ни делается, все лучше. Внимание! Да. Справа от тебя. Конечно. Так. Ну тихо! Отлично. Да офигенно. Так, тусуется где-то внизу. Слева от тебя. У нее кувалда. О! Да блин, ушел. Давайте сюда попробуем. Нифига нас не спалили. Да, по-моему, придет сюда. Ай-яй-яй. Так, теперь хотелось бы, чтобы она все-таки не поднималась сюда. Нас кто-то провоцирует. Да, очень сильно провоцирую. Попусту не рискуем. Так, не смей подниматься. Так, поц с нами, отлично. Да блин, вот хочу вот это убить. Ну, короче, я думаю, смотрите, вот здесь, наверное, поверху нужно будет пробежать или пройти. Фиг знает. Короче, если что, я бегу. Да блин, не мешай. Это... Вперед, она пуста! Так, стоп, надо взять. Да хватай ты быстрее. Я думаю, что мы с вами неплохо прошли. Они даже не поняли, где мы. В жопу шрама. Серафитов или как? Ага, в жопу. Не слышала, чтобы серафиты ругались. Это был мой первый раз. Это, конечно, было делать не обязательно, но я сделал. Ребят, да, я очень люблю бить стекла. Так, ладно. Смотрим. Вот здесь могут быть детали. Нет места. Отлично. А это что, лифт? Ага. Эй, потяни дверь вниз. Черт. Можно дать тебе совет? Боже мой. Просто подумай о хороших сторонах. О хороших сторонах? Да, ведь ты бежишь быстрее. Ты сосредоточена. Твою мать. Меньше чувствуешь боль. Все ощущения. Тебя потеют ладони, стучит сердце. Это все признаки твоей внутренней силы. Когда тебе страшно, постарайся подумать о том, как твое тело готовится к тому, что будет.
только в слабости я проявлю свою истинную силу. Ребят, ну я все больше и больше офигею с этого пацана. Он теперь у нас философ. Это фраза пророчицы? Да. Я думала, электричество и все такое из грешного старого мира не для вас. Есть исключения. Особенно для бойцов. Как удобно. Сан, ты что хочешь сказать нам туда? На кран? Да ладно! Вот эту тему они придумали. Сейчас на всякий случай гляну. Так, балансируем. Ну что, идем? И люди тут постоянно ходят? Да. Не ври мне. Не вру. Ну, то есть, не так, чтобы очень часто. Господи. Главное, вниз не смотри. Блин, а я хочу. Я хочу посмотреть. Черт. Тихо, не сорвись. Ну нет, 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 ты чё? Как ощущение? Что прилива истинной силы? Мощи. Мощно. Что? Ничего. Что происходит между тобой и твоим другом Оуэном? Боже мой, Лев, не сейчас! Выглядело очень странно. Иди уже! Слава Богу. Я смогла! Пошли! Можно мне минутку погордиться собой? Пока нет. Почему? Почему? Увидишь. Ты сдурел, Лев! Все будет хорошо, смотри на меня.